Здравствуйте, мои дорогие. Я нахожусь на реке уже примерно где-то без 10:09. Уже закат такой серьезный, и закат происходит у нас как бы за такой вот небольшой лесок такой вот. И очень красиво. Я поднимусь на такой полупригорок, чтобы еще получше его запечатлеть. Это шикарнейший закат, потому что сколько у меня есть закатов, где я снимаю, это касается вот что со своего этажа, касательно что солнце просто садится за дом, и на этом как бы точка. А ведь на самом деле там еще есть такой хороший промежуток. Ну тут в принципе очень схожая ситуация. Ну, как бы закат садится за лес, но все равно запечатлить его на фоне реки гораздо приятнее, чем на фоне какой-то крыши. Очень красиво. Я вот сейчас увеличил в 6 крат. Немножко сделаю такой вот кругозор, обзор. Вот это 6 крат увеличил. Я не вижу никаких кубиков. Это iPhone X, он снимает шикарно, идеально. Река спокойна, ветра нету. Мошки кусают, но не спеша. Это радует. Не хочется даже никуда уходить. Птички поют. Душа радуется. Прекрасно. Даже лодок нету. Где-то плавают вдалеке. Но в данный момент ничто не тревожит. Вообще настроение медитативное. Я даже вижу течение. Не, это же не телефон, это же сказка. Я даже вижу течение, как оно направляется в левую сторону. Там, потому что открыт мост. С правой стороны там перекрыто. Там идти некуда. Красиво, солнышко садится. Не знаю, удастся ли мне заснять до полного заката, потому что полный закат состоится еще только где-то через минут 20, наверное. А вот солнце уходит, уже как бы холоднее. Уже становится холоднее. Красота. Вот еще минуточку так помедитировать. Такая природа. Я теперь понимаю, зачем мне одобрили этот кредит на такой шикарнейший телефон. С такой великолепной камерой, чтобы я мог записывать такие закаты. Делиться с вами впечатлениями таких мгновений фантастических до глубины души. Красота. Красота. Неописуемое. Я умолкаю где-то на одну минуту и просто дать волю мыслям. Все, время пошло. Одна минута.
Круто, все. Мира вам, добра, любви, красивых закатов, хорошего настроения. Мне пора идти. Чем быстрее я пойду, может, еще успею заснять еще продолжение заката. На мосту, мост выше на 4 этажа, возможно, мне удастся заснять более глубокий закат. Это будет достаточно красиво. Подписывайтесь на мой канал, смотрите меня, природу и все самое наилучшее, что есть в этом мире. Это воздух, который даже можно через iPhone передать. Вот для чего мне этот супераппарат. Пока-пока. Будьте счастливы.